не определили очередность проезда и попали в крупное ДТП. На пересечении улицы Ломжинской и проспекта Победы Kia Rio протаранила Renault Duster, после чего влетела в столб. Удар был такой силой, что одному из участников аварии потребовалась медицинская помощь. О последствиях и причинах происшествия расскажет Рамиль Шайдулин. После аварии участники ДТП поспешили вызвать медиков. Их помощь потребовалась девушке, управлявшей автомобилем Kia Rio. Впрочем, как выяснилось позже, травмы оказались несерьезными, и от госпитализации она отказалась. У вас как состояние? У меня состояние нормальное, ударилась об руль, рассечение над губой, все. А подушки не сработали у вас? Поеду разбираться в автосалон. По предварительной версии, автоледи на Kia Rio, как загорелся зеленый сигнал светофора, начала движение по проспекту Победы. В этот момент с улицы Родина в сторону Ломжинской перпендикулярно ей выехал Renault Duster. Разминуться автомобили не успели. Корейская иномарка протаранила внедорожник и отлетела в столб. Я врезаюсь в него, он туда скидывает меня, в столб скидывает. Где было? Как уверяет водитель Kia, она не нарушала правил дорожного движения, заявив, что начала движение на разрешающий сигнал светофора. Второй участник аварии также не считал себя виновным, считая, что попросту не успел закончить маневр. Я завершал маневр, она отсюда. Вы, получается, не видели ее, да, даже как она едет? Когда удар только, я заканчивал оттуда. А раз у меня товарищ ехал вон оттуда, трамвай линии переехал уже, и, видимо, красный загорелся. А это на зеленый стал трогаться. Никто из автомобилистов не признал свою вину. Вероятнее всего, их обоих ждет разбор в ГИБДД. На нем автоледи готова предоставить запись со своего видеорегистратора. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.